28 июня в пришкольных лагерях Каспийска прошли торжественные мероприятия по случаю закрытия первой смены. 21 день ребята проводили время весело и с пользой. Прогулки на свежем воздухе, активные спортивные игры, мастер-классы и многое другое. Хочу выразить слова благодарности Министерству образования Республики Дагестан, администрации города Каспийск, а также Управлению образования за предоставленную возможность реализовать лагерную смену в стенах нашей школы. Благодаря которому в стенах нашей школы могли отдохнуть и укрепить свое здоровье 100 детей нашего города. В их числе находились дети участников СВО, дети из малоимущих семей, многодетные. Глядя на восторженные глаза детей, можно сказать, что лагерная смена для них прошла очень ярко. И дети смогли раскрыть свой потенциал и с увлечением реализовать свои идеи и воплотить их в жизнь. В школе номер 12 в честь закрытия смены состоялось торжественное мероприятие. Ведущие отметили, что это праздничный и одновременно грустный день. Но благодаря пребыванию в лагере у детей появились новые друзья, масса положительных эмоций и впечатлений. Открыли праздник национальным танцем хореографическая группа. Далее ведущие предложили ребятам сделать зарядку, а также поучаствовать в различных веселых конкурсах. Руководитель пришкольного лагеря Сабият Махмудова пожелала ребятам хороших каникул, а также вручила грамоты вожатым и сотрудникам лагеря. Отметим, что в июле на базе гимназии номер 11 стартует вторая смена.